да, кошка придет. Благодарим тебя, Христе Божий мой. Я конусительствую на земле твоих благ. Не лиши нас и небесного твоего царства, но яко посредил учеников твоих пришел и спаси мир, да я и приди к нам, и спаси нас. Аминь. И дивно вели, Господи, воздай милостями твоими всем заботящимся о нас, всех путешествующих, направляющихся сюда, отъезжающих. Посети парализованных, одиноких на операционном столе лежащих. Пошли им все потребное для всей жизни и для будущей. Боже, милостив, будь мне грешным. Создавай меня, Господи, помилуй меня. И счастлив я согрешил, Господи, прости меня грешного. Вам не всем говорил, но вы должны запомнить. В жизни своей человек должен все время стремиться к высшему. Вести за собой и других. Господь дал повеление возвещать слово кому-то, сеять его. То есть ты все время будешь лидером. Лидер слова, понятно? Да. Лидирующий, ведущий, во главе идущий. И вот в войну американцы заметили. Случается, командира убьют, ну, допустим, убили майора, а следующий капитан. Но в атаку из окопов поднимает не капитан, а сержант, а за ним еще старший лейтенант, лейтенант, младший. Эти, они были, и никто не поднял в атаку. Почему именно сержант? Один раз, другой раз. И стали исследовать, что лидер должен иметь 6 качеств. 6. Внимательно слушайте. Это не мячик схватить. А ты должен быть там лидером. И только подошел и сказал, ребята, я думаю, играть надо прекратить, тоже побеседовать. Они мгновенно будут слушать тебя. Слушаться. Первое качество лидера – это воображение. Вот ты решил построить дом, к примеру сказать. Ты решил выйти на войну, когда отобрать мячик у кого-то. Вот первое воображение какое? Я схвачу их пятеро, и тут у нас чемпион по бегу. Паша, у тебя догонит, ну а дальше все остальное. Тебе от него не убежать, у тебя лишний вес. У тебя зад похож на женский. Не пройдет это дело. Пропал мужик. Ты должен воображение-то это иметь. Ты с кем связался? Ты видишь, он как бегает? Он первые премии по бегу берет-то. Ладно, что я буду делать? Это война, нет, проиграю. Теперь я дом буду строить. А где я технику возьму? Фундамент заложить. А денег нету. Чтобы стал строить и не достроить, не стали смеяться над ним. Притча, Господь сказал. Это надо воображение. Второе качество. Рот закрой. Воображения нет? Нет воображения. Второе качество знания. Знать надо это дело. Должен читать книги, должен знать печное дело, плотницкое, бетонщик, стекольщик. Ну, задумал жениться, а ты вообрази, что дальше будет. У меня один знакомый такой был, он, ну, как уволен. Ну, уволен, как небес такой. Мамка все наставит, чтобы он женился. А он так, так это, когда и ребятишки будут, ну, конечно, могут и быть. Надо же это. Так они ночью спать не будут давать. Они будут реветь еще у него, он подумал и решил не жениться. То есть у него воображения-то и дальше не было. И кричать они еще будут, и ребятишки, так лучше не жениться, это правильно. По крайней мере, на одного дурака меньше будет. Ну вот, воображение, все знания, как все это дальше будет, знать. Вот конфликты с женой будет, как примирить. Второе, третье качество – умение. Одно дело знать. А другое дело уметь. Можно теоретически все изучить. Мужик, жена уехала, ну ты что, да я кулинарную книгу куплю, все. Он купил большую толстую кулинарную книгу, жена уехала, и он смотрит. Положить корицы столько-то, столько-то все. Попробовал, сморщился, и эту поваренную книгу туда в кастрюлю сунул и пошел. Книгу туда в кастрюлю положил. Почему? Потому что сколько надо положить, ну, крупы, вот я, допустим, когда бываю, я не умею суп варить, у меня все время каша получается. Я сколько положу, и бывает она так, даже на две кастрюли получится. А вот оттуда, откуда берется, не знаю. А я ищу, главное, вот уедет жена, а я ищу, в какой банке что есть. Дошел там банка, я туда сыпнул. Вот что есть из всех банок, гречка туда,
картошки накрошил, соли туда. Ну, сверху, а когда начнет хоть сверху залазить, топчись на ней. И не возьмешь никак. Значит, надо умение еще. Третье качество – воображение, знание, умение. Четвертое качество. Ваня, тебя уже ломать начинает. Могучими плечами развел и сам себя испугался. Четвертое качество – решимость. Нужно решительно выступить. И решимость будет такая, что враг еще не вышел из окопов, уже белый флаг выбрасывает. Он понимает, с нами бороться нельзя. Это решимость. Серафима Саровского спросили, вот почему мы начинаем и не получается, у тебя как-то получилось. Он говорит, решимости не хватает. Вот у нас что с этим лагерем было? Тут комиссии, против меня уголовные дела воздвигали. В один год три уголовных дела воздвигали. Уголовное дело, прокуратура, край, это не игрушечное дело. Это очень серьезно. И Бог все разберет. Я подал в суд, суды были до одного. Они должны заплатить были, по телевидению показать, что они неправы были нападали. Значит, решимость. Пятое качество. Решительно выступаю, смело, не ладятся, буду говорить, все делать. Взаймы никогда нигде ничего не бери. Пятое качество. Беспощадность. Все говорят, ну ладно, пять, еще четыре прошло. А как пятое? Я же христианин. Повторяю, беспощадность. Тимоша, повтори, какое качество пятое? Ты знаешь, что такое? Это означает, я беспощадно расправляюсь со всякими недостатками. Мы договорились с человеком. Я нанял рабочих. Он говорит, хорошо, я привожу то-то, 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 то-то. А сам не привез. Да у меня, знаете, жена заболела, там ребенок закашлял. Молодец, маленький ребенок там желтым сходил. Он все соберет, что ли? Он рассмотрит, что у него на иконах, что в пеленках. Главное, ты сказал, и ты должен сделать. Вот за рубежом как? Договорились, говорит, вот тогда-то должны быть вот эти удобрения в жидком виде, он там помидоры выращивает. А советский пришел, говорит, и какой запас, какой запас? Ну, насколько у тебя? Никакого нет. А как? Ну, через 4 часа, говорит, машина будет. Машина с этим раствором, который питает. А они там идут трубы, и с корнем прямо идут. Такие. Удобрения в жидком виде. А если не приведут? А как это можно было? Он в Германии живет, он немец. Через 4 часа машина будет у двери, не раньше, не позже. И так и получилось, через 4 часа подумаешь, как без завод приехал. А если не так, не так, значит его беспощадно вычеркивают. С ним больше дел не имеют, он прогорит. И последнее, самое, самое трудное качество. Привлекательность. Я знаю людей, у которых 5 качеств есть, у них все есть. Сам трудяга, все знает, огромные у него деньги, он все может быть, последнего качества нет. Привлекательность такая, что его нет у человека, он будет в другом месте, но тут все будет работать как часы. Он все время в эпицентре событий человек, и все будут припоминать, а как он сказал. А что бы он сделал, если он сегодня был здесь? То есть у него все время есть последователь, рот не надо кособочить. Что это такое, вот так тянут мускулами, зачем это делают? Поняли? Давайте повторим. Первое. Воображение. Воображение. Второе. Знание. 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 Третье. Умение. Умение. Четвертое. Решение. Решительность. Пятое. Беспощадность. Шестое. Привлекательность. Привлекательность. Что значит привлекательность? Это означает, что то, что ты делаешь, захватывает сердца людей. И они понимают, если этого лидера не будет, надо быстрее научиться от него, чтобы это дело не заглохло. То есть его фигура обладает особым менталитетом, так называемой харизмой. Она привлекает людей. Поняли? Да. Вот так держите. А иначе получится диктатор. А у диктатора харизмы не будет это привлекательности. Вот вам немножко сегодня. Хватит? Да. Да. Все. Так точно. Спасибо, Христос. Бабушка, я знаю, что надо. Володя, оставляю вас.
И мы пошли в память. У нас Дмитрий. Если что-то надо, то он тихо говорит.